Категорически всех приветствую, с вами Эвелнерд, и мы продолжаем проходить Люциуса. У нас не осталось больше слуг в доме, и теперь нам надо убить нашу мамулю. Но мы же не будем сами это делать. Не правда ли? Так, что там появилось у нас? Юх ты ж. Оказывается, в прошлой серии я починил нечаянно электричество. Меня заметили? Нет. Это что такое? Гвозди? Да, гвозди. Пистолет с гвоздями. Отлично. Не знаю, зачем я это сделал. Компрессор включил зачем-то. Час нашел доказательство твоей причастности и скоро вернется с доказательствами. О нет, что же мне делать? Так, не смотри на меня. Что же мне делать? Что же мне делать? А, вон. Вон туда надо положить, да? О, время-то не останавливается, когда я в инвентаре ложу. Угу. Только один шанс. Отлично. И что же? Возьмешь? Он взял. Он взял пистолет. Он взял пистолет с гвоздями. 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 Нэнси, привет. Нэнси, пока. Оу. Воу. Как это некрасиво было. Я не думаю, что это хорошая, мягкая смерть. Да. Нет, это не может быть. Я клянусь, это не я. Да, конечно, это мальчик. Маленький мальчик. Ему каким-то образом удалось избегать разоблачения, пока мы наконец-то не поймали его на месте преступления. О, да. Her body fell to the ground like a lifeless rag. Короче, наш папаша сбежал от полицейского. Жалко. Иначе бы наша миссия была бы завершена, но так right in front of our eyes. Тоже неплохо. We tried to apprehend him. He managed to escape. I told the deputy to take care of the kid who witnessed the whole horrible event, and I went after the perpetrator. I was in close pursuit when I lost control of the car and crashed into a ditch. I tried to notify the deputy. There was a chance Wagner would double back. Надеюсь, все прочитали. О, я не могу промотать этот ролик. Гениально. Наверное, это загрузка так сделана. Все-таки он медленно читает текст. Оу. Оу. Что же мне делать? Что же мне делать? Я могу взять их, но больше ничего не могу делать. Что мне надо сделать?
О, да. Глупый полицейский. Давай, молодец, полицейский. Давай еще один выстрел. Молодец. А теперь вот это. О, да. О, да. Мне это нравится. Мне это уже нравится. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Сейчас надо Вагнера постараюсь подставить. Не-не, это не я сделал, это не я сделал. Я не виновен. Я маленький мальчик, мне 7 лет. Самому попасть в пропеллер, не попасть бы еще. Давайте. Что же будет дальше? Это вы узнаете в следующей, последней серии. С вами был Evil Nerd. Вы смотрели предпоследнюю серию прохождения Люциуса. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Holy Spirit, I command you to leave this child alone.